нас конспирация. Маскировка. Мы просто с этими вот этим наркоманами Петровичами попали в какой-то очень странный мир, где происходит очень странный какой-то челлендж. Мы будем сейчас пытаться выжить эту серию, как бы правило всегда этой рубрики заключается в том, если кто-то умрет, то тогда ролик заканчивается. Если кто-то умрет, допустим, через 2 минуты, значит ролик будет идти 2 минуты. Короче, Аня, ты как главная женщина вот в этой банде, которая должна кормить мужиков, вот, должна сейчас проверить одну вещичку, такую маленькую. Вот спустись туда ниже, спустись. Так, ну вот это дерево мне вроде нравится больше. Короче, Аня, ты как главная женщина, как главная куховарка и как главная ответственная за то, чтобы мужики были сыты, здоровы, потому что мужики как бы охотники, защитники, я тебя отправляю на небольшую вылазку, ты сегодня будешь приманкой. Короче, Аня, спустись вниз, да поздоровайся с овечкой, вот, да, скажи ей привет, ну просто погладь, да она ничего не хочет. Ну просто и вторую овечку тоже погладь. Ой, ты посмотрите, какие они сегодня быстрые. Ну как-то... Как-то вот так. Это был, то это пробный забег был, это не считается. Еще пока что никто не умер. Короче, наша задача продержаться как можно больше. Кто-то умирает, ролик заканчивается. Поэтому давайте делаем так. На счет 3 всей нашей компании мы бежим в ту деревню и забегаем туда куда-то внутрь. Смотрите, пеняйте на себя, чтобы никто не умер. Все поняли все? Давайте. Раз, два, малек побежала, Аня побежала, 3! Так, в деревню, давайте забегаем в каменный дом. О, здравствуйте, мистер овечка. В каменный дом, малек, за тобой тут уже охота открылась. Ууу, еще синюха. Ой, еще одна синюха. Так. Ага, Никич, поздравляю, мы с тобой вроде как выжили. О, и ты, малек, тоже выжил. А где Аня? Давайте наверх, забирайтесь наверх. Все быстро наверх, малек наверх, Никич наверх. Сейчас, Аня, подожди, сейчас мы тебе... Короче, Аня в другом доме, а у нас проблема заключается в том, что мы даже никак не сможем туда простроиться. У кого-то есть блоки какие-то? Малек, может тебя сейчас на вылазку? Я что-то не думал даже то, что так сложно будет. Ладно, если бы мы умирали бесконечное количество раз. Но если мы умрем, тогда ролик закончится. Я бегу к Ане, а вы защищайте эту крепость. Малек, защищай эту крепость. Надеюсь, что я выживу. Держите за меня кулачки. Аня! Я иду! А, да что ты блин? Ладно, я никуда не пошел! Да не дрить ты колотить! Аня, открой мне дверь! Открой дверь! У меня два сердечка, открой дверь! Полтора сердечка. Извините, пожалуйста, за крики такие, но что-то мы как-то слишком неорганизованно с вами работаем. Я бегу защищать Аню, Аня меня выталкивает из дома и сама перебегает в другой дом, с которого я прибежал. Ребят, вы что-то вообще не командная какая-то работа. А что мне сейчас-то делать? Ладно, включаем хардкор. Вместо обычного дерева мы сейчас будем разрушать домики жителей. Ага, вот так верстачок. А, не, вот так верстачок. Ну, короче, если что, верстак у меня уже есть. Это пока что минимум из того, что мы можем здесь сделать. Помогите! Помогите! У вас там возле двери какой-то животный апокалипсис начался. Ребята, вы что-то вообще не на ту сторону перешли. Почему вы на стороне зла? Нас убивать зомби должны. И все остальные... О, Никич, забегай. Никич, Дуримонда Петровна, ты что делаешь? Кому нужен деревянный меч, на всякий случай? Мне кажется, многим кому нужен он сейчас. Вот так и вот так. Это спаситель мой пришел? Малек! Заходи внутрь, дорогой! Заходи внутрь! Еду принес, малек! Принес еду! Нет, не принес еду. Можешь уходить, значит, обратно, если еду не принес. А сейчас очень аккуратно. Вот. О, Аня, здравствуйте! Здравствуйте! Спасательная операция прямо на глазах. Так. Как она забежала? Я думал, она не прибежит через один блок, она пробежала через один блок, зато можно что-то покушать. Малек, держи еду. Нам нужно как-то еще немножко еды добыть. Я сейчас восстановлюсь хотя бы чуточку. До свидания. До свидания. Да не треколотить, да что же?
Вообще ничего не по плану, ничего не по плану, ничего не по плану. До свидания. Тихо. А сейчас еще и ночь наступила. Это значит, что ночью еще и наружу вот эти демоны вылезли. Короче, план АБВГД. Давайте все за мной. Нам нужно простроиться отсюда как можно дальше, чтобы они за нами не последовали. В соседнюю туда, не деревню, хотя бы в соседние дома. Да, все за мной. Все за мной потихонечку. Что самое главное, не смотрите вниз. Мы как будто где-то в аду находимся, и под нами реально какие-то демоны просто ходят туда-сюда. Это просто обычные овечки на пару с паучками, на пару с мистерами криперами, на пару с курицами. Малек, у тебя есть какой-то план? У меня нет никакого плана на самом деле. Пацаны, ну останьте, мы зашли просто в обычный Майнкрафт, чё вы к нам прикопались-то? Да какие агрессивные овечки, какие агрессивные, да смотрите, как они быстро бегают. Вы предлагаете бежать? Все за то, чтобы бежать? А, Никич не за то, чтобы бежать, ну значит ты первый бежишь. Побежали, Никич! Соседний дом, побежали! За мной все бегут, кто только может! Аня, здравствуй, а ты чё тут спряталась без... Ты смотри! Ты смотри, и ты здесь стоишь, и даже... И нам даже ничего не сказала. Слышь, Аня, есть чё? Чё есть? Опа! Каменная кирочка. Ну, слушай, там, вот сейчас, да заживем! Заживем! Все монстры у нас в коленях будут. Ну, в смысле, не монстры, а курицы. Так, вот это яичко моё, если что. Опа, вот так. Ага. И вот так, чё там за апокалипсис, кто... Ой, господи, здравствуйте. Так, значит, мы через крышу, да? До свидания. Значит, мы пойдем через крышу. Как бы нам отсюда выбрать? Никич, беги! Ну, это дурдом. Ты дрыть меня в почку! Это как вообще... Слушайте, опа, сундук, ёханый бабай, зато я хотя бы немножко еды нашел и нормальной, по крайней мере, еды. Так, малек, спасай, хотя бы ты спасай, я не знаю, где ты находишься, я не знаю, где все остальные находятся, я не знаю, на самом деле, куда бежать. Я не думал то, что этот челлендж будет на... До свидания. Я не думал то, что этот челлендж будет настолько сложный. Все, короче, я убегаю в закат. Я смогу их убить или не смогу их убить? Я бы их смог убить, если бы со мной еще лошадь не бежала. Еще два скелета. Еще и корова, еще и свинка, еще спереди одна лошадь. Малек, спасай! Братик-акробатик, спасай! Как. О, здесь еще корова, здесь еще свинка! Не-н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 е! До свидания. Так, команда, все сюда. Конспирация. Помните, как мы делали вначале? Вы просто прятались, и нас никто не мог найти. Конспирация. У вас есть какой-то план, как можно выжить в этом мире Майнкрафта, не умереть и пройти этот чертов челлендж? Нам жопа. Ну, это если описать всю нашу жизнь в двух словах. Примерно так и есть, малек, да. Мы трупы. Такое высказывание, в принципе, тоже подойдет, Никич, согласен. Вы понимаете то, что этот ролик закончится или тогда, когда кто-то из нас умрет, или тогда, когда мы с вами убьем Эндер Дракона и пройдем весь Майнкрафт? Вы это понимаете? План! Нужен план! Если кто-то хочет, может поспать. Короче, у всех есть каменный меч? У всех. Малек, у тебя есть? Так. Короче, смотрите. На счет раз, два, три мы вместе с вами берем, выбегаем из этого дома, валим всех, кто только там есть, и только после этого уже смотрим, кто выживет. Если кто-то выживет, значит, это молодец. Кто не выживет, ну, серия заканчивается. Опа. Малек, а ты не хочешь одолжи... Сколько у тебя там железа есть? Одолжи, пожалуйста, если тебе не сложно. Опа! Ну, тогда я как предводитель этой команды, все же вот это, никто не спорит. Я как предводитель этой команды выбегу отсюда с железным мечом. Запиндюльте, пожалуйста, еще... А, так у меня же есть палки, я могу вот так на вот этом пережарить. Распределяйтесь, кто будет гонять за собой вот эту стаю животных, как кто будет помогать ему от нее отбиться. Кто здесь самый такой танк? Малек, ну да, малек. Малек, ты железо как-то добыл, значит, здесь самый матерый. Поэтому ты берешь на себя роль отвлекать всех животных. Ап, ап, и вот так. Железный мечуган. Все кушаем, чтобы у всех было максимальное количество жизни. Давайте просто ради репетиции. Я впускаю одну свинюху, и мы с вами отбиваемся. Все готовы? Или нет? Давайте. Раз, два, три. Отбиваемся, отбиваемся. Так, молодцы, молодцы, курицу, 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 убивайте курицу.
Только не друг друга. Главное, курицу убейте. Вот, просто курицу. Еще одну курицу. На! Шашлык ходячий, еще один убивайте. Шашлыка ходячего убивайте. Еще курица, еще одна курица. Да! Дурдом, дурдом, дурдом. Полтора сердечка, жизнь в опасности. Здравствуйте, мистер Овечка. А сейчас мы с тобой, Никич. Да кто меня бьет через дверь, не могу понять. А сейчас мы с тобой, Никич, на счет раз, два, три, выбегаем на улицу и кромсаем всех вот этих ходячих шашлыков. Все готовы? До свидания. Нет! Как Аню убили? Собака? Как? Кто Аню убил? Кто Аню убил? Ты Аню убил? Или ты Аню убил? Или ты Аню убил? Малек, ты Аню убил? Или ты Никич Аню убил? Ты дурак? Аня. Аня. О, сколько еды. Конспирация. Вот давай мы с тобой прикинемся хрюшками. Да кто меня бьет куропатка? Короче, Да что ж вы... Не, короче, конспирация не работает. Все, что я планировал делать в этой серии, ничего не работает. Я-то думал, если я 20 минут буду находиться в этом шарфе, если я буду находиться в этих очках, все сработает. Ничего не работает в этой жизни! Извините меня, пожалуйста, наши меньшие братья, то, что я сегодня вот такой дурацкий челлендж выбрал. Я не думал то, что ядрить, колотить. Аня, у тебя там все нормально. Я не думал то, что скрыться от животных будет намного сложнее, чем скрыться от кого-то, от визера, скрыться от дракона, скрыться от кучи зомбарей. Да меня от свинюхи, хрюхрюхи эти сильнее бьют, чем все остальные. Вы тут ёханный апокалипсис, отстаньте! Всем спасибо за просмотр, всем хорошего шашлыка на ужин, всем удачи, всем пока. Любите наших братьев меньших, а то они один день вот так сорвутся и потом устроят вот такой свинючий апокалипсис. Пацаны, я не хотел, честное слово, простите. Да, шашлык на прошлой неделе точно лишний был.